Привет, с вами Арсений, магазин Тукэнд. Сегодня мы посмотрим ситуацию, когда столики, различные столики, приобретенные в нашем интернет-магазине, могут не совсем корректно вставать на вашу лодку. Это не заводской брак, это не наш недочет, это следствие того, что у всех производителей, у многих производителей электрос установлен на разную высоту. Потому что первоначально столики мерились на нескольких моделях лодок. Модели лодок Hunter, Flinky, еще какие-то модели. И другие модели. Столик стоит ровно. В данном случае мы специально подобрали лодку, на которой там наши, на которой столики стоят немножко под углом. И что сделать, чтобы этого избежать? Как видите, столик стоит неровно на штатных креплениях, и многим это, соответственно, не нравится. Чтобы выйти из данной ситуации, мы предлагаем вам приобрести крепление для передвижных сидений, прикрутить с обратной стороны столешницы, после чего ваш столик будет стоять ровно. Заказывайте крепление для передвижных сидений в нашем магазине. Выравниваете столики. Рекомендую!